Оперативным штабом ФСБ в Мурманской области проведено внезапное антитеррористическое учение «Метель», в ходе которого был пресечен условный террористический акт в Доме культуры «Строитель» в Североморске. В антитеррористических учениях приняли участие подразделения ФСБ России по Мурманской области, Северного флота, полиция, силы МЧС. По легенде, террористы заминировали Дом культуры. В ходе учения оперативным штабом был разработан план по захвату террористов и освобождению заложников, который и реализовали бойцы всех подразделений. В смоделированной ситуации осуществлена проверка взаимодействия и слаженности действий всех привлеченных служб. По оценке руководителя учебной и контртеррористической операции, все подразделения с поставленными задачами справились.